или воля? Воля. Что такое воля? Чтобы вы поняли. Воля – это некий сконцентрированный или сфокусированный пучок основных качеств характера человека. Сколько может быть качеств характера? Бесконечно. Ну, огромнейшее количество. Воля – это основные качества характера. Основные. Их всего лишь 10. У нас будет после ретрита ценности. У нас будет ретрит на тему характер и воля, где мы затронем способности, темперамент. То есть вы поняли, я сейчас даю сегодня общий такой обобщенный некий ретрит. Обобщенный ретрит. Я вам показываю, что вы глубже, чем вы есть на самом деле. А вот здесь я буду объяснять, как развивать волю. На самом деле каждый человек, друзья, способен развивать волю. Значение воли, да, очень простое. Очень простое. Кто из вас делал какое-то дело, у вас не получалось? Бывало такое? Вы делаете, не получилось. Сколько раз вы делаете его? Пока не получится. Да вы что? Именно поэтому я заметил, люди уходят, люди сдаются, люди увольняются. Вспомнилось, вот такой пример расскажу жизни. Значит, захотелось мне научиться делать бижутерию. Дома я сижу, делаю, не получается. Как вы говорите, оставила все. Это не все. Я потом пошла на курсы двухдневные по изготовлению бижутерии. И там поп меня и научили. Научили. Но там я никуда не могла деться. Потому что... Но что вам пришлось проявить для того, чтобы пойти на эти курсы? Волю. Встать надо пойти. Понимаете? То есть волю нужно проявлять. Но, а если воля не развита? А почему вы говорите, воля не развита? Вы скажете, почему воля не развита? Да очень просто, еще раз. При Советском Союзе вам нужно было проявить волю, чтобы встать и пойти в библиотеку. Нужно было проявить волю, чтобы дождаться нужной книги. Нужно было бы проявить волю, чтобы прочитать эту книгу. Нужно было бы проявить волю, а? В очереди отстоять. В очереди, волю везде надо проявлять.